Какое же субботнее утро без итальянской кухни? Сегодня мы по традиции в гостях у Евгения Баранникова. И что же мы сегодня будем готовить? Здравствуйте, Настя. Сегодня мы будем готовить итальянскую пасту под названием шалотель. Впервые в моей практике мы будем делать пасту прямо на глазах. Делаешь так же, как пельменное тесто. Макава, да, соль. Только, ну вот, да, вот потрогай, только оно нежное должно быть. Вот прям скалкой взяли, раскатали. Она не должна быть у нас идеально ровной, поэтому здесь прям такая домашность. Все, нам нужно напилить, нарезать ее вот на такие вот. Ну да, потом они разварятся. Продолжай. Нам примерно понадобится вот, наверное, вот столько. 1/5 часть такого большого буквально. Да. Погрузили его в воду и посолили. Вот именно соленая вода вытягивает с баклажана горечь. Нарежем каким образом? Вот таким вот. Достаточно крупно, да, примерно мы будем повторять размер шалотеля. Нашу моцареллу, сливочный сыр, мы берем и просто начинаем разламывать, рвать вот на такие тоже части, да. Он у нас растает и придаст в процессе приготовления соусу такую сливочность. Базилик мы просто берем и подготавливаем лепестки. Нам понадобятся только лишь лепестки. В этой пасте должно быть немало базилика. Прям такой запах базиличный должен быть. И можно несколько даже видов рыбы добавить в эту пасту. Здесь она у нас представлена как судак. Просто режем такими же примерно кусочками. Все, я сейчас посолю, как всегда, нашу воду. Плотность воды при добавлении соли меняется и сразу закипает. Да, ты забрасываешь пасту. Варится она буквально, то есть ее готовность проверяется тогда, когда она всплывает, паста уже готова. Масло обязательно должно быть здесь оливковым, так как Италия. Кстати, я, между прочим, они используют подсолнечное масло только тогда, когда жарят что-то во фритюре. Вот, раскалили, теперь мы добавляем баклажаны. Меня научили эту пасту готовить на Амальфе. Она такая всеми любимая там, на том побережье. Баклажан уже принимает такой золотисто-коричневый цвет, приятный. Почти вот-вот, и мы сейчас будем уже добавлять с тобой судак. Как только мы добавим судак, мы должны будем сразу добавить томатную основу и немножко бульона. Немножко сливок. Животных сливок, соответственно. Получится такой сливочно-томатный цвет. И сейчас мы можем уже смело добавлять моцареллу. Моцарелла сейчас начнет таять и придаст такой, ну, такой сливочный, такой затянутый вязкости. Да. На самом деле это очень нежное и такое, как, такое прям очень домашнее блюдо. Теперь добавлять свой базилик, наш базилик. Вот. Ну и опять же, не обошлось без триколора Италии. Красное было, белое было, зеленое в завершении. Все, наша паста готова. Очень вкусно. Шалотелли с белой рыбой и баклажаном. Записывайте, друзья, рецепт. Я, например, обязательно попробую повторить это блюдо у себя дома.